Сейчас мы ее поймаем. Пошла. Есть. Есть. Хорошая. Здоровая щука. Это, конечно, не гигант. Есть. Посмотрите, какая. Вот это. Давайте, отпустим ее. Есть! Опять щука. Или судак. Судак. Ха, судак. У воды бродит тут. Небольшой, но злой. Ловлю на зман. Вчера очень на этот зман и окуни ловились. И щучки. 46 сантиметров, но мы его отпустим. Давай. Поедем поищем что-нибудь поинтереснее. Ух ты! Ого! Это не окунь. Это судак хороший. Ого. Угу. И опа. Хорош. То возьмем. Вот так. Это тоже не окунь. Да, это тоже не окунь, это судак. Фу, блин. С такими... Ой. С такими ударами зверскими. Ты же в основном-то головля же ведь ловишь. Ну, ты знаешь, что здесь как бы на живые приманки нельзя ловить? Догнала. На всяких там этих мушек там. Не-не-не, здесь силиконовые приманки. Кинул. Пластиковые приманки. Кинул приманку, что, промахнулся. Судак уже ушел. Вернулся, догнал. Ты молодец. Сюда. Вовремя догнал. Вот такую приманочку поставил. На окуня. Но на судак ее лупасит тоже. Такой хороший. Давайте. В мой лайвел. О, к другу иди. Сейчас драться будет за место. А нет. Смотри, сразу подружились. Жарко. Телефон вырубается. Поэтому и не могу вам записать. Записи холота. Вон они. Две щуки. Смотрит. Есть.
Вот так вот щуки гоняют. Сейчас устанет. Я у нее заберу. За краешек сидит. Поэтому я и не переживаю. Пусть устанет и, не беря в подсак, заберу приманку. Я небольшая такая, на пару кило. Вторая тоже была. Вторая тоже была такая же. Убежала куда-то. Ух ты, порезала чуть-чуть. Порезала поводок, все равно чуть-чуть попал, поэтому буду перевязываться. Сейчас будет большая. Ты пошла, возьмет. Есть. О, это хорошее, это пипец хорошее. Есть. Взяли. Пиздец, здоровая. Жаль, конечно. О, там еще показывают. Жаль, конечно, что у меня телефон нагрелся на солнце. И я не могу вам записать с паноптикса картинку, как красиво он под стайкой Белли шел. Не он, а она. И как взяла со второго раза. Первый раз я прозевал чуть-чуть. Второй раз она взяла. Голодная, наверное. Да. Про тебя говорю. О! Какая ты злая, а? Ну, в общем, вот такая. Я думаю, пятера, шестера. В общем, не буду долго ее мурыжить. Отпущу. В паноптикс посмотрю. Вон она уходит. Уставшая, конечно, но уходит на глубину. Туда же, откуда и достали. Кстати, купила я в Лидле. Ну, это немецкий магазин у нас такой. Вот такой вот паяльник на батарейках. Три пальчиковые батарейки. Вот для этой цели, я думаю, вот, попробовать запаять. Что из этого получится? О, классно запаял. Прямо вовнутрь. Все. Остался только шрам. Прикольная, кстати, вещь. И все. И приманочка живая, можно сказать. Удобная вещь, кстати. Видите, вот прям порез. И нажимаю. Нагревается прям сюда. Зашипело. И потихонечку вот так вот. Отпустил, сжал. И все. И пореза нет. И можно еще раз приманочку.
Потому что именно вот этот размер 5 дюймов релакс копыта очень тяжело найти. Их быстро разбирают, работают они и по небольшой рыбе, и по крупной. Очень даже здорово. Комментарии. Алекс Лиса пишет: Олег, привет, последнее видео очень прикольно. На что ловим, какая резина, цветовая краска, какие груза и на какие глубины. В конце видео 3 минуты лучших приманок Олега. Давайте вот эту тему, приманок. Какие приманки, с какими грузами. В основном я пользуюсь вот этими приманками плюс ратлины. Ратлины идут такие, такие и такие. И начнем со Змана. Зман — это американский производитель, резина, которая охрененно, скажем так, тянется. Видите, да? Ни одна резина, ни один производитель так не тянется. В тот год, например, очень хорошо работал вот этот черный с золотистым пузиком. Это 5 дюймов, это 4 дюйма. И в основном 4 дюйма я использую по окуням. Окунь, судак, но судак такой мерный. 5 уже предпочитает судак поболее. На втором месте я даю предпочтение релакс-копыту. Релакс-копыта именно в этом размере 5 дюймов. У меня есть 6 дюймов, но они не так хорошо работают. Это вечерний цвет. Естественно, я стараюсь не ставить там супер тяжелые груза под те условия, например, где требуется легкий вес. И поэтому в основном я использую вот 18, 16, 12 максимум. Вот 18, 17, 17. Приманка Нарвал. Я их купил в прошлом году. Мне она понравилась по судаку и по окуню. 4-5 дюймов у меня есть. Приманки для вертикального джига, они вообще стоят отдельно, потому что у них они используются, ну, у них предназначение другое. Хотя ими тоже я пробрасываю и веду. Вот. Из ратлинов у нас, я думаю, вы сами можете понять, какой цвет лучше всего играет. Был еще у меня такой желтоватый, но я его недавно оторвал на щуке. Щука взяла его снизу и поводок срезала. В зависимости от размера рыбы. Если это крупная рыба, естественно, я ставлю либо ратлины, либо вот эти. Но если совсем крупная рыба, и я вижу, что 100% это там щука, например, вот этот цвет, он безотказный. Натуралка. Если это судак, я не рискую. То я ставлю сначала размеры 5 дюймов, либо ратлины. Ратлин я ставлю, это 8 сантиметров, это 9, по-моему, это 10 сантиметров. Обычно я ставлю всегда вот этот средний. На крупную рыбу я очень редко, при плохом клеве только, я буду ставить вот такие, и то 5 дюймов, наверное, самый минимум, когда я поставлю на крупную рыбу. Окунь, да, окунь, это вот, окунь. Это маленькие размеры. Вот это, вот это, вот это. Окунь почему-то темную приманку не любит. Это самые такие приманки, которые я использую. Точно такой же цвет, как и натуралка-то. Но только, видите, да, в желтеньком цвете с черной спинкой. Мне их сделал мастер, который вручную отливает эти приманки. Я и цвет, расцветку, и размер я заказывал у него индивидуально. Топ-3 моих приманок. Приманка для вертикального джига. Это слаг в размере 22 сантиметра. Он может быть и поменьше немножко, скажем так, от 17 до 22. Ратлин в размере 9 сантиметров. Мне нравятся приманки, которые делает Сашка Чадин. По судаку, по щуке, просто топчик.
Ну и все-таки, наверное, лучшая приманка из змана. Ну, блин, номер один, первое место тяжело разделить. Первое место я бы, наверное, поделил между двумя приманками. Потому что, учитывая весь свой опыт, да, ловли судака, то я бы, наверное, отдал предпочтение вот этим двум приманкам. Это релакс копыта 5 дюймов и в таком же размере, но зман. Зман, рассветка именно вот эта. Если кому-то интересно, я в комментариях потом напишу название. По судаку просто первое место. Вот эти две приманки. Глубоко она стояла. Пошла. Есть! Ах ты ж! Взяла, но плохо. Порезов нет. Значит, это был судак. Следы на свинце, на головке. Очень глубоко. Вот так вот. За весь день один крупный судак, очень глубоко был и не зацепился. Ударил в джиг-головку, видны следы от зубов, но на крючок не попался. Причем очень глубоко он был, на 14 метрах. Ну, с одной стороны, хорошо, что не взял. Вот, тащить, потом откачивать. А с другой стороны, хотелось в руках подержать большую рыбу. Оставим это место на другой раз. В другой раз проверим. Крупный, давай бери. Блин, это судак же был. Давай. Вот же он. Ёб твою. Ну как так, а? Вон он с приманка стащил. Блин. Там гроза еще была. Скоро придется убегать. Гроза. Вон два. Идут прямо по поверхности. Охренеть, сколько их тут. Ах ты. Так, ну что, в этом месте столько много крупной рыбы, но ничего я не пойму. Ничего я еще пока не поймал, пока. Вот она стоит. В 6 метрах. Это щука. Это щука. Ага.
Это щука небольшая. Выскочила и обрызгала еще. Ну ладно. Я так понимаю, я сюда еще вернусь, но уже в другой раз. Пошел дождь, я собираюсь, в общем, но я сюда вернусь, на это место, и проверю еще раз. Как-то так, ребята, вот такой вот день. Рву когти домой, а с вами до следующей встречи. Пока!